везде всевозможные пары цифр 0 и 1. Их всего 4 штуки. Так? Задача. Написать по окружности 4 цифры, чтобы когда вы читаете пару подряд, были ровно эти 4. Это очень легко. Вот я пишу. 0, 1, уже 2 цифры написал. Что дальше писать? 1, 0. Ну, например, 1, 0. Нормально? Рассказываю. Ну, давайте их... БВ. Вот эта вот пара, это А. Вот эта пара, это что? Это Б. И эта пара, я иду по часовой. 1, 0, это Б. И 0, 0, это что? Согласны? Отлично. А вот теперь задача. Выпиши всевозможные тройки. Тогда нужно будет по окружности написать 8 цифр. Давайте 0,0,0, 0,0,1, 1,0,1, 1,1,0, 1,1,1. Все согласны, что 8 цифр написал? Отлично. Ну вот вам окружность. На ней 8 точек. Пожалуйста, напишите туда нуление единицы, чтобы выполнялось такое условие. Когда мы движемся по часовой стрелке, каждый из наборов 0,0,0, 0,0,1 и так далее, 1,1,1 был бы прочитан ровно один раз. Спасибо, садитесь. Так, господа, дайте время. Начнем с этого верхнего нуля и пошли. 0,0,0 есть. Дальше 0,0,1 есть. 0,1,0 тоже есть. 1,0,1 есть такое. 0,1,1 тоже есть. 1,1,1. 1,1,0. Ну все правильно, все раз. Поняли? Отлично. А теперь представьте себе, что я вам дам такую же задачу, только не для последовательности длины 3, а для последовательности длины 10. И будет 1024 штуки. Понятно, 20 степень. Да. И такая простая задачка. Нарисуйте 1024-угольник. И проставьте нули единицы так, чтобы при движении у нас... Поняли? Сможете или нет? Наверное, нет. Почему? Потому что пока цифр мало, в них не так сложно. Более-менее все видно. Когда цифр становится много, вот даже следующий этап 16, это уже много. Это уже тяжело, да? И легко запутаться, что-нибудь пропустить, что-нибудь два раза. И вот. Поэтому давайте делаем так. Давайте поймем, какое отношение вот это имеет к эйлеровому графу. Когда у нас есть вот этот путь 0,1,1,0, то давайте представим себе, что у нас есть такой граф. В нем, кстати, будет всего две вершины. Одна из них будет помечена нулем, другая будет помечена единицей. И граф этот устроен следующим простым образом. Смотрите. Выходишь отсюда, приходишь сюда, идешь вот так, идешь вот так и идешь вот так. Интересно, вы поняли, что это такое? Вот смотрите, вот это будет ребро, помеченное таким образом, 0,0. Оно начинается на 0, потом оно заканчивается. Вот это ребро 0,1. Вот это наоборот 1,0.
А это, наверное, уже догадались, 1-1. Понятно? Вот когда мы пошли отсюда, 0-1, это что за ребро? Это вот такое ребро. Дальше, 1-1, это вот такое ребро. Дальше, 1-0, это вот такое. И, наконец, 0-0, это такое. Что фактически здесь сделано? Мы прошли по ребрам по одному разу. Понятно? Отлично. А можем ли мы здесь нарисовать? Да совершенно точно. Только вершины у нас будут не две, а четыре. И вершины будут такие. 0-0, 0-1, 1-0 и 1-1. Представили? А теперь смотрите, что такое ребро. Давайте я пойду здесь и буду заодно ребро рисовать. 0-0-0. Да очень просто. Это надо отсюда выйти и сюда же опираться. Следующее. 0-0-1. Выйти, вернемся. Следующее. 0-1-0. 0-1-0. Это вот сюда. Идея вот такая. На этом ребре написано 0-0-0. Понятно? На этом ребре написано 0-0-1. Имеется в виду, что начало должно быть такое у трехбуквенного слова, а конец должен быть таким. Замечательно. Итак, вот здесь вот прошли 0-1-0. Это где было? Это было вот здесь. Теперь следующее. 1-0-1. Так. 1-0-1. Так это надо вернуться. Да? 1-0-1. Теперь 0-1-1. Это надо войти вот сюда. Так. Видно или нет? Я прошел вот так, 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 так. Пока все хорошо идут. Теперь я пришел из 0-1-1-1. Это было вот, вот такое. Следующий теперь 1-1-1. Очень просто. Петля. Петля. 1-1-1. Теперь 1-1-0. Это надо вот сюда пройти. Всем понятно? Из 1-1 в 1-1-0. И теперь 1-0-0. Легко. Это пройти вот сюда. 1-0-0. И дальше по циклу пошли. Поняли? Да, хорошо. А теперь вопрос. А нет ли другого способа? Вот у меня есть этот граф. Можно ли было его пройти как-то по-другому? Сейчас мы прошли, я вам запомнил. Вот так, так. Так, так, петлю и сюда. Нельзя ли было по-другому пройти? А что с конца? Нет, что с конца. Цикл можно прокручивать, неважно. Смотрите, вы прошли, потом вы пошли сюда, и потом вы сходили сюда, так? А можно было по-другому? Давайте я прокручу. Можно было так пройти. 0-0-0. Это мы прошли вот здесь. Потом пошли сюда, это единичка. А дальше не идти сюда, а идти сюда. Это что такое будет? Это будет еще одна единичка, так? Потом пройти эту петлю, это будет еще одна единичка. Потом попасть в ситуацию 1-0. Потом не забыть сюда сходить, это будет единица. Потом сюда вернуться, это будет 1-0. И потом пойти сюда. Я его просто написал зря, потому что я уже написал вот. Вообще все. Так, пожалуйста, проверите. Это и это одно и то же или нет? Нет, не одно и то же. Как это? Здесь 3 нуля, единица 0. Вот здесь 3 нуля, единица, единица. Другое дело, что если идти против часовой стрелки, тогда одно и то же. Поняли? То есть они отличаются тем, что вот здесь вот здесь так, а здесь идти в обратную сторону. Так вот, господа, давайте я сейчас объясню, как рисуется соответствующий граф не для трех, а для четырех.
поймете, что ситуация очень похожа на это. Смотрите, какие будут вершины? Вот здесь было вершин 4. А там сколько будет вершин? 8. 8, конечно. Конечно, дальше. А почему нельзя сделать вершины из комбинации по порезанию? Комбинации чего? Из комбинации из этих. Не слышу. Если у вас 4 цифры, почему нельзя сделать граф, в котором вершины отличаются от комбинации из двух цифр? Потому что мне очень важно, чтобы подряд идущие 4 цифры, это было бы ребро. Понятно? Вот та же идея, что когда там должно быть наложение. Потому что если у вас нет пересечений, то в таком случае непонятно, как это класть, так или так. А вот когда есть пересечение, то все выстраивается. Итак, я сейчас должен не полениться и написать 8, нарисовать 8 вершин. На самом деле очень легко. Смотрите, вот это будет у меня 0,0,0, вот это будет 1,0,0, это будет 1,1,0, а вот это будет 0,1,0. Обратите внимание, все эти вершины кончались на 0. А теперь я сделаю то же самое. Только они будут заканчиваться на единицу. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 и здесь 0, 0, 1. Вот, получилось, как вы видите, 8 точек. Пока понятно? Да. Теперь вопрос. Как их соединять? Очень просто. Нужно соединять, например, вершину 0, 0, 0, с вершиной 0,01. Почему? А потому что вот эти две последние цифры это то же самое, что эти начала. Понятно или нет? Да. Каким ребром соединять? Понятно, каким. На ребре надо написать 3 нуля и 1. Но не только с этим. Еще надо соединять вершину с собой. И на этом ребре надо писать 4 нуля. Идея понятна? Хорошо. А вот дальше неприятность, состоящая в том, что так нужно пройти по всем вершинам и это нарисовать. Картинка получается не самая простая. То есть, понимаете, вот, например, отсюда надо пойти сюда, потому что приписан к нулям единицу. И отсюда же надо пойти сюда. Понятно? Вот. Здесь надо написать 1 и 3 нуля, а здесь надо написать 1, 2 нуля, 1. Слушайте, давайте сделаем так. В качестве проверки того, что вы поняли, о чем речь, мы кого-нибудь из вас произвольно, давайте вас, например, попросим обработать одну вершину. Дай мне стрелочки. Какая еще совершенно? 1,1,0. Я просто произвольно мог любую. Да. Нет, не по случаю. Вы не поняли. В 1,0,1. А еще куда? В саму себя. Нет. А 1,0,0. Да. Берем мел, рисуем. Смотрите, какая теория. Мы отбрасываем мысленно первую цифру, берем вот эти две и приписываем нолик и приписываем единицу. Итак, 1,0,0, где такая точка? Вот такая точка. Мел рисует стрелочку. Ну не сюда же. Еще раз. 1,0,0. Где такая точка? Найдите на экране. Найдите. Нашли. Отлично. Да. И на этом ребре надо что написать? Да, молодец, молодец. Смотрите. Нужно, чтобы это было начало, а это было концом. Да-да-да. 1,1,0.
которые написали, когда приписываешь ноль. А когда приписываешь единичку и оставляешь только последние три цифры, что тогда будет? Молодец. Сюда. И на этом примере что будет написано? Первые три цифры надо брать отсюда, а последние три цифры отсюда. Да-да-да. Один, конечно. Чтобы вот это было концом, последние три цифры. А это было бы начало. Так, спасибо, Саня. Так, давайте, я попрошу вас вот это. С чем ее соединить? С этим? Неправда. Еще раз. Это должно быть начало. С 1.01. Да, с 1.01. Надо мысленно отбросить первую цифру. Сюда написать или 0, или 1. Есть такая 1, 0, 0. Молодец. Надо сюда и рисовать. Да, стрелочку. Не просто отрисовать стрелочку. Вы первые три цифры были такие, а последние три цифры такие. 0, 1, 0, 0. Ура! Справился. И теперь пишем сюда единицу. 0, 1, 0, 1. Куда это? Нет. Приписали единицу и отбросили первую цифру. Что получилось? Было 0, 1, 0. Стало. Приписали сюда единицу и отбросили первую цифру. Что получилось? Вот это получилось. Отлично. Да, да, да. Стрелочка. Да. И на этом ребре пишем. 4. Начните на счет. Смотрите. 0. Да. 1. 1. 0. 1. Отлично. Все, с этим. Еще раз, что мы делаем? Мы убираем первую цифру и приписываем сюда. Не туда мы рассматриваем. Убрали первую единичку, получилось 1, 1. Приписали, да, вот сюда надо. И на этом ребре пишем 3 единицы и 0. Так. И еще что? Саму себя, совершенно верно. И еще такая петля. А здесь пишем 1, 1, 1, 1. Все, спасибо большое. Я понимаю, господа, можно мы не будем все рисовать, а? Вот, ну, дело в том, что у нас уже тут, ну, если красиво рисовать, конечно, это можно, но мы уже начинаем все путаться. Важен принцип. Скажите мне, пожалуйста, сколько стрелочек выходит из каждой вершины? Две. А сколько стрелочек входит в каждую вершину? Четыре. Тоже две. Значит, уже в каждой вершине. Знаете или нет? Ведь что такое на самом деле вершина? Вершина — это здесь три цифры, да? Да. А что такое вот здесь три цифры? Цифра, цифра, цифра. Что такое входящая стрелочка? Это надо сюда написать, или 0, или 1. Вот такая будет входящая стрелочка. А что такое выходящая стрелочка? Это надо в конец писать 0 или 1. Поняли? Да. Значит, в каждую вершину ровно две стрелочки входят, и ровно две стрелочки выходят. И вот когда мы с вами доказывали теорему Эйлера, то мы ее рассказывали для неориентированного графа. Там никаких стрелочек не было, а были только рёбра. Но если подумать, когда есть граф, в котором в каждую вершину входит столько же, сколько выходит,
объясняю идею. Надо встать в любую вершину и по стрелочке идти. Вы куда-то пришли, опять по стрелочке идти. И так далее, и так далее. Понятно, что рано или поздно зациклишься. Да. Вот. Правда, не обязательно зациклишься туда, откуда вышел. Может быть, вот такая ситуация совершенно запросто. Называется цикл с хвостом. Да. Ну и что? Какой-то цикл все равно возьмет? Да. То есть давайте его покрасим в особый цвет. И что-то дать вынем этот цвет из графа. Что останется? Цикл. Останется опять граф. Может быть, он будет из нескольких компонентов связанности. Но в нем, в каждую вершину будет входить столько же, сколько выходить. Согласны? Да. Так и все. Ну, можно считать, что там мы все, все умеем делать. Если там у нас есть маршрут, то в какой-то момент этот маршрут проходит через эту вершину, и вот этот цикл еще добавляем в этом месте, и все получается. Поняли?